Здравствуйте! Добро пожаловать на очередной обзор нового героя в Heroes of Newverse. Драконис — огнедышащий дракон-ловкач, который поджигает все вокруг себя, даже землю. Его первая способность — пламя дракона. Драконис выплевывает сгустки огня во врагов, нанося им урон и отталкивая их от себя. Это его единственная способность, наносящая прямой урон в широком конусе впереди себя. Враги также замедляются после отталкивания, что позволяет добить их с помощью других способностей. За счет того, что пламя дракона имеет дальний и широкий радиус действия, эта способность прекрасно подходит, чтобы атаковать врага как вблизи, так и издалека. Способность также можно применять для спасения своих союзников, отталкивая и замедляя врага. Драконис взмывает в небо с помощью своей второй способности «Пылающий полет». На время действия способности Драконис увеличивает свою скорость передвижения и может проходить сквозь юниты. Дополнительно он оставляет за собой огненный путь, проходя по которому враги будут получать урон. Огненный след, оставляемый пылающим полетом, наносит значительный урон и помогает сдерживать преследующих врагов. Манки Кинг пытался поймать Дракониса, но огонь ослабил его слишком сильно, дав возможность Драконису убить его. Способность также наносит повреждения крипам, позволяя довольно быстро фармиться. Огненное заграждение – пассивная способность Дракониса, идентичная способности Puppet Master Whip Slash. За каждую атаку снимает один из пяти зарядов. Когда заряды достигнут нуля, следующая атака поджигает землю у ног цели, нанося урон в течение времени и немного замедляя цель за счет огня. Использование другой способности, такой как огненное дыхание, мгновенно устанавливает заряды до нуля. Поскольку огненное заграждение не наносит прямого урона, оставляемый ею огонь наиболее эффективен, когда цель неподвижна. Здесь Гласиус помогает, замораживая врага, позволяя огненному заграждению нанести массу огненных повреждений. Финальная способность Дракониса – разрушительный штурм. На короткое время она существенно увеличивает его скорость атаки. Также она разделяет атаки Дракониса, нанося часть повреждений от основной атаки ближайшим врагам. Кроме того, способность имеет маленький кулдаун. С помощью отличных предметов под действием разрушительного штурма Драконис способен наносить огромные повреждения ближайшим врагам. Здесь Драконис берет Аннигилейшн, стоя в центре сражения под действием Шранкинхеда и разрушительного штурма. На его вторичные атаки также распространяются модификаторы атак, такие как замедление и криты, а также активируется огненное заграждение. Пылающий полет можно использовать для сдерживания врагов, заставляя их пробиваться сквозь пламя, либо искать пути к отступлению. Манки Кинг пытается увернуться от огня, но в конце концов умирает, потому что Драконис быстро перемещается во время полета и добивает обезьяну с помощью огненного дыхания. Огненное заграждение и пылающий полет могут быстро убить большой стак крипов. Разрушительный штурм не дает дополнительной атаки по крипам, но после активации он предоставляет большой бонус к скорости атаки Дракониса. Хаммершторм пытался здесь быстро убить нимфору, но огонь от пылающего полета вместе с огненным заграждением оказались слишком горячи, чтобы сдерживать их, и Хаммершторм обращается в бегство. Спасибо за просмотр. Пламя Дракониса воцарится над миром Ньюверс уже в эту среду. Все самые последние новости Heroes of Newverse, события, акции и многое другое только на официальном портале hon.garena.ru. Будьте с нами!